Всем привет, это гороскоп, и я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. Если хотите улучшить отношения, не стучитесь в закрытую дверь. Телец. Вы сможете воспользоваться моментом, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества. Близнецы. Вы произведете неизгладимое впечатление на тех, кто вас и так давно знает. Рак. В этот день вам станет легко понять, к чему вы стремитесь. Лев. День будет потрясающим во всех отношениях. Дева. Вы не можете расслабиться до тех пор, пока запланированная работа не выполнена полностью. Весы. Вас ждут новые расходы, которые будут касаться семейных проблем. Скорпион. День рекомендует вам отрезвляющий душ и холодный ум. Стрелец. В этот день вы не всегда сможете лично контролировать все происходящее. Козерог. Как только устанете, сразу бегите отдыхать и заниматься любимым делом. Водолей. Шансы завладеть чем-то ценным очень велики. Рыбы. Окажите помощь тем, кто в этом действительно в этот день нуждается. Это был гороскоп, и я Главицкая. До встречи!